Теремок ТВ. Мишки и братишки снова вместе. Золотой доспех. Надеюсь, вам понравился золотой доспех. Это шоу показывают только у Вика. Это невероятно. Это просто огонь. Что это они делают? Он делает это уже не первый год, поэтому он у нас немножко того. Раз уж вы здесь, вас ждет еще кое-что. Правда? А что это? Что это? Покажи. Свежесобранный лесной мед из Pine Tree. Полезный для кожи и очень вкусный. Для вас скидка 10%. Дайте мне и две мне. Банки. И я возьму. Сейчас нет, не спешите. Не волнуйтесь, всем хватит. Ух ты! На этом парне жилетка из пчел. Интересно, а на мне пчелки будут так же сидеть? Расскажите о нас друзьям. До скорой встречи. Пока-пока. До свидания. Пока, Вик, пока. Большое спасибо, ты молодец. Я спрошу у него. Простите, дяденька пчеловод. А научите меня тоже так делать. Стой, не убегай. Медведь, помогите. Как же шоу? Брэмбл, ты его напугал. Я так долго работал над шоу, а теперь он сбежал. И туристы ко мне точно не вернутся. Прости, я хотел, чтобы он обучил меня этому трюку. Я бы тогда его исполнил. Серьезно? Пчелы ведь и покусать могут. А? Помогите! Точно? Мех у меня толстый, но жалят они все равно больно. Ну и ладно тогда. Если Брэмбл выступит, то мое шоу сразу станет хитом. Туристы пойдут толпами, а ему и платить не надо. Эй, Брэмбл, стой! Хочешь, я научу тебя работать с пчелами? Это несложно. Но я немножко боюсь пчелок. Не бойся, я тебе помогу. Я знаю все секреты. Смелей, Брэмбл, тебе же хочется. Чего тут думать? Это твой шанс. Ты будешь самым крутым медведем в Pine Tree. Точно? Ладно, попробую. Я как раз закончил афишу. Выглядит очень круто. Подумайте, медведь, подчинивший пчел. Фантастика! Вы займетесь рекламой? Класс, пока. Надо придумать, на что потратить денежки. О, Брэмбл? Вик. О, минуточку. Я подумал. Ты самый лучший друг. Ты сделал это ради меня. Ну, конечно. Чтобы тебя вдохнуть. Мне все равно не верится. Но я же совершенно не умею выступать. Я тебя всему научу. У меня есть книжка про пчел. Вот, смотри, тут все ясно написано. У нас все получится. Точно. Хочешь примерить золотые доспехи? Класс. Но сначала пройди испытание на выносливость. Встань прямо. Лапы опусти вниз, грудь колесом. Не расслабляйся, поза очень важна. Как думаешь, ты справишься? Да, сэр. Чудненько. Тогда начнем. Не шевелись. Еще раз. Ну уже, держись. Так-то лучше. Попробуем вот так. Эй, ты молодец. Ну что ж, ты готов? Так, не смейся. Надо потерпеть. Пчелы тоже будут щекотаться. Так что постарайся. Я не могу. Хороший рефлекс. Вик, ты в порядке? А ты как думаешь? Прости меня, я просто жутко боюсь щекотки. Да, я понял. Ты меня чуть не убил. Ой, может, лучше закончим, а? Стоп, что? Ну что ты говоришь? Я в норме, правда. Слушай, ты талантлив. Ты справишься с этим, Брэмбл. Тебе просто нужно настроиться и поверить в себя. Не забывай, кто ты. Ты Мишка-братишка. Если я справлюсь с этим, то мне все по плечу. Следующий урок — самоконтроль. Перед тобой вкуснейший торт. Тебе нельзя съесть ни кусочка, ясно? Держи себя в лапах.
Понял? Если шевернешься, пчелы тебя ужалят. Крепись, Брэмбл, ты справишься. Сила воли. Да, есть хочется. Откушу кусочек. Терпи. Да не могу я. Да, это я. Новости? Интервью? Со мной? Мы попали. Что же мне делать? А? Мы весь день тренировались, он должен справиться. Эй, Брэмбл! Ты не думай, он сам ко мне в рот прыгнул. Это не важно, нужно спешить. Эй, стой, Вик, куда спешить-то? На поляну, чтобы ты порепетировал, Брэмбл. Я же съел торт, разве я справлюсь? Забудь о торте, пошли скорей. Спасибо, что пришли. Позвольте представить вам Брэмбла. Он необычный медведь, он разводит собственных пчел. В мире нет другого медведя, который был бы на это способен. Вы-то к чему? А, вы только представьте. Да, это очень интересно. Прошу прощения. Так, вот эта королева. Она всегда должна быть у тебя. Тогда пчелы точно последуют за тобой. Вспомни все, чему я тебя учил. Но все вперед, покажи класс. Я так не увечу. Пчел слишком много. Смелей, не вздумай сдаться. Журналист уже здесь. Что делать, ты знаешь. Действуй по плану, и мы прорвемся. Но я... Ладно, ерунда, можешь отказаться. Но и меда ты тогда не получишь. На это ты согласен? Мед? Я очень люблю мед. Ладно, попробую. Ладно, чудно. О, сколько пчел, и они прекрасны. И он их повелитель. Сами смотрите. Крепись, держись. Пчелы будут меня слушаться. Ты был прав, Вик. Ну еще бы. Потрясающе. Пока все идет прекрасно. Замри вот так. Еще снимок. Класс. О, да. Мне щекотно. Щекотно! Больно! Брэмбл! Брэмбл! Какой спортивный! Вам нужно выступать на телевидении! Мы рады, что вам нравится! Мой нос! Мой нос! Стоп! А ваше шоу точно идет по плану? Конечно же, да. Превосходно, отличное шоу. Спасибо. Надеюсь, остальное вам тоже понравится. Ну же, Брэмбл, что ты творишь? Мне не страшно, мне не страшно. А что? Да, бежим! Бежим! Надо помолчать! Ну почему они всегда жалят в лицо? Я этого не заслужил! Да? Виктор! Я должен оплатить больничные счета журналиста? О, нет, это все происходит не со мной. Эй, ты меня слышишь? Меня отправят в богадельню. Кто здесь? Привет, Вика. Вик. Да как ты посмел сюда прийти? Я знаю, что подвел тебя, но я исправлюсь. Дай мне второй шанс. Что? Какой еще шанс? О чем ты думал?
у тебя с головой в порядке? Я так больше не буду. Я заслужил свой мед. Нет! Ну, пожалуйста, я справлюсь. Рубин раздора. Ха-ха! Смотри! Ха! Ха! Удар с переворотом! Ха! Вы меня чуть не убили! Извини, пожалуйста. Зря я так сильно по мячу бил. Где вы мяч взяли? Турист оставил. Эти люди много чего в лесу забывают. Ты чего? Что случилось прям? Рубин? Это рубин для короля! Здравствуйте! Здравствуйте! Он мой! Я его заберу! Отпусти! Отдай! 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 Эй, ребят, прекратите уже! Прекратите уже! Он мой! Кто-то забыл рубин в лесу, нужно его вернуть! Этики хватит? Бриар вообще-то прав. А может, он больше не нужен туристам? По-моему, это логично. Пропажу могли не заметить. Точно. Так что рубин нужно вернуть, да? Я посторожу, пока за ним не придут. Ни за что! Ладно, ладно, отпусти уже. Никто не звонит, не пишет, не заказывает туры. Я лучший из гидов по Энтри, и я ничего не понимаю. Мне нужны деньги, или я умру с голоду. Ну же! Не знаю, может, он в телемаркет мой. Податься. Отдай! Отдай мой! Отдай мой! Нет! Мой! Рубин? Отдай! Мой рубин! Я богат! Круто! Это так чудесно! Мой! Нет, отдай. Рубин будет моим. Отдай мой! Мой! А, Вик? Я иду, никого не трогаю, а тут вы ссоритесь на весь лес. Вам повезло, что я пришел. Я вас помирю. Это хорошая идея. Вик, ты вовремя появился. Мы нашли рубин и решили его вернуть, но Тики нам его не отдает. Я его первым, я его первым нашел. Ты видишь, Вик, они никак не хотят мириться. Да, ты прав. Интересно, что можно сделать? Знаете что? Думаю, надо бросить монетку. Бросить монетку? Именно. Только она предлагает равные шансы. Иначе ваш спор не решить. Ладно, пусть будет монетка. Давай, 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 решка, решка, решка. Орел. Ну, это невозможно. Как странно. Что же нам теперь делать? Пусть будет два из трех. Ладно. Решка, решка, решка. Да как же? Только не это. Еще разок, еще разок. Серьезно? Это знак. В каком смысле знак? Смотрите, Тики ставил на орла, Брэмбл на решку. Все три раза монета встала на ребро. Значит, этот рубин достается мне. Это почему? Ну, сами подумайте. Я шел мимо, предложил вам свою помощь, вы ее приняли. Раз вы проиграли, то победа за мной. Может, Вик найдет хозяина? Возможно. А мы ему поможем. Не нужно. Не благодарите. Почему же монета не падала? Вик был какой-то странный. Бриар, погоди! Эй, Вик! Мы нашли этот рубин и отыщем его хозяина. Да, будет здорово! Да ладно вам, я сам прекрасно справлюсь. Как хорошо иметь таких друзей. Бриар, как думаешь, мы найдем хозяина?
Не знаю, но попробовать стоит. Надо от них удрать. А? Эй, Вик, ты куда это побежал? Ты что задумал, Вик? Это просто не терпится вернуть рубин. Стой! Виктор! А? Что там? Вик, стой! Это Вик? Он обронил волшебную монетку. Помогите! Куда же он делся, а? Эй, стой! Не убегай. Мы вернем рубин. И точка. А? Наблюдательная вышка? Пусть люди отнесут рубин в контору. Его хозяин придет туда. Классная мысль! А может, хозяин и не придет? О, да! Живот прихватило! Мне нужно в туалет! А, ты ведь не прикидываешься? Мне очень надо. Очень-очень. Эй, стой! Ты иди, а мы посторожим рубин. Мы с вами 100 лет знакомы. Ты мне не веришь? Ладно. Где же мой рубин? О нет, прячемся. Куда же я его дел? Я не помню. Не могу найти его. Он был в моей семье целых 5 поколений. Что же мне теперь делать? Что я скажу моей семье? Я его потерял. А вот и хозяин. Возможно. Подождем. Какой я болван. Додумался принести в лес рубин в банке. Где была моя голова? Мне никогда не найти его. В банке? Значит, это он. Сработало. Приветик. Медведь. Ты мне кого-то очень напоминаешь. Эй, ты не бойся. Мы искали тебя. Вот. О, мой рубин. Огромное вам спасибо. Все, я пошел. Чисто сработано. Надо было идти в актеры. Нет, орех мне рубин не заменит. Никакого уважения. Король Тики, я принес тебе банана. Ступай прочь. А может быть, тебя развеселит фокус? Бабу, где ты ее нашел? Я видел, как она выпала у Вика из кармана. Знаешь, это волшебная монета. Смотри. Вик мошенник. Куда Вик подевался? Бриар! Брэмбл! Нас одурачили! Виктор мошенник! Смотрите! Это фальшивая монета, и Виктор знал это! Эй, пойдем! Смотри! Это костюм! Скорей! Нужно отобрать у Вика рубин. Точно. Даже не верится, что все удалось. Эй, Дит Вик! Что? Ты обманул нас! Ты мошенник! Тебе не уйти! Он мой! Стой! Отдай! Дай мой рубин! Что? Рубин разбился? Разве рубины ломаются? Это конфетка! Ну, это ужасно! Ничего не ужасно, вкуснятина! Так это просто конфетка! Опять неудача! Какой я невезучий! Ну почему? Жадность до добра не доводит. Надеюсь, вы это поняли. Ладно, пошли домой. Деньги? Какая хорошенькая! Я вставлю ее в мою корону. Я
отдам ее королю Тики. Что? Стойте, а если это конфетка? Прекратите. Моя! Дай, говорю. Моя! Это же шоколадка. Круто. Обожаю шоколад. Сладких снов. Нет, откуда он взялся? Вик! Что же делать? Вик, твой черед дежурить, где же ты? Вот ведь грубиян, даже не постучался. Мы каждый день патрулируем лес, но ничего не происходит. Чему тогда продолжать? Бриар на днях нашел капкан, и мы знаем, что Рекс опять что-то замышляет. Мы должны быть готовы. Ой, да брось, у Бриара паранойя. Глупости! Мы заботимся о безопасности лесных зверей. Помоги нам! Ладно, ладно, иду, иду, сейчас. Кажется, твоя подушка сбежала. Это мешок с мукой. У тебя галлюцинации. Наверное, поэтому ты и должен меня сменить. Да знаю я. Пока. Спасибо, Вик. Я устал. Надо поспать хоть немного. Прямо у Вика на кровати. Бабочка! Эй, бабочка! Отпусти поиграй меня! Отпусти! Отпусти! Вернись! Наконец-то удалось. Медовый дождь! Даже не верится! С неба течет мед! Ну, с ним мы разобрались. Мишки устроили переполох на пустом месте. Тут даже мусора нигде нет. Пойду-ка я лучше спать. У меня такая мягкая кроватка. Брэмбл, а ты здесь откуда? Отпусти, иди спать к себе. Отстань от меня. Я богат, богат. Полный успех. Скоро прибудет хозяин. Есть хочется, но я не уйду. Может, еще удастся перекусить. Хорошо поесть. Как же вкусно. Мистер Пит, ты такой молодец. Я награжу тебя за твою помощь. Вот, держи орех. Я знаю, как ты их любишь. Золотой конь. Хозяин, они спят. Может, заберем их? Отдай! А ну отдай, это мой мед! Здесь нет Бриара, а нам они нужны втроем! Вик, Брэмбл! Странно. Где вы, ребята? Оба уснули в такое-то время? Брэмбл, просыпайся! Брэмбл! Чего это я так устал? Что за... Бриар? Наконец-то проснулись. Дождь пошел. Мне такой сон приснился. Народ раскупил мои дуры. Я стал супербогатым. Мне снилось, что все вокруг было из меда. Как вы можете спать, когда Вектор отравляет беззащитных зверей? Мы его остановим через минуточку. Вектор, а ну-ка стой. Куда это он убежал? Я не оставлю в лесу ни одного зверя.
Я их всех поймаю, а потом продам всех до единого! Крутизна! Вольфганг заплатит мне, и я продолжу исследование! А? Кто? А? Виктор, тебе не уйти! О, нет! Мой коварный план разоблачен! К счастью, у меня есть коварный план номер два. Бриар, придется тебе меня поймать, если, конечно, такой уволень умеет бегать. Может, лучше домой пойдешь? Уволень, да? Не поймал. Попробуй еще. Ты сможешь, я в тебя верю. Виктор, вернись. Наконец-то оторвались. Долго нам еще от него бегать? Не знаю. Его нужно вымотать. Попались? Куда они делись? Наверное, надо пойти проверить, как там Брабл и Вик. Все еще спят? Ну и помощнички. Хотя вздремнуть и мне не помешает. Бриар, просыпайся, я завтрак приготовил. Где это мы? Да-да, я уже тут убрался. О, такого я точно не ожидал. Ну, брат, пора в патруль. С чего это ты в патруль собрался? Ты же вечно жалуешься на то, что ты устал. Я хочу быть как мой брат, защищать наш дом. Тут что-то не так, Брэмбл какой-то уж идеальный. Я что, сплю? Не больно. Значит, я сплю. Минуточку. До этого я гонялся за Вектором. Он что-то замышляет. Но девайсов у него не было. Он просто сбежал от меня. А? Мистер Пит, будь так любезен, заморозь их. Да, хозяин. Хозяин, сонная подушка – это гениально! Даже Бриар уснул! Бриар беззащитен перед усыпляющими лучами, каким бы сильным он ни был. А? Значит, эта подушка заставляет меня спать. Пока эта троица сладко спит, мы захватим остальных зверей и отвезем их в Вольфгангу. Ня, превосходный план! Почему ты не спишь? Моя подушка должна была тебя убаюкать! Рекс Вектор! Это ты виноват. Хозяин! Отстань, отстань от меня! Мистер Пит! Хозяин Рекс! Мистер Пит! Твой план опять не сработал. Стой, 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 стой! Мне нужен спрей. Подожди-ка. Сейчас он у меня где-то здесь. Сейчас. Подожди одну секунду. Получай! Ау! От меня не спрячешься! Получай! И еще! И вот так! И еще! Вот так! А? Вот так! Тут пусто! Кончился! Теперь мой черед! Иди сюда! Нет! Неужто ты думал, что у меня был один баллончик? А теперь Вик! Хватит рубить лес! Ничего не умеешь! Глупый дровосек! Прекратите! Я же стараюсь! А ты найди себе работу! Хватит гоняться за зверями, понял? Одну минутку, откуда ты взялся? А это что? Это одеколон. Одеколон? Точно. Новый одеколон моего изобретения. Я решил его опробовать. Один пшик, и ты неотразим! Неотразим? Дурацкая попытка, Рекс. Неплохо. Смотри, самолет! Ладно, сам напросился. Замри! Промазал. Это ж надо быть таким мазилой. Хватит! Неплохо.
Было весело, но пора заканчивать. Значит, все дело в подушке, да? А мне так прояснилось. Хозяин! Очнись, хозяин! Прости, что подвел тебя! Что ж, тысячная попытка провалилась. Надо что-то думать. В следующий раз мы победим! Мистер Пит, я больше спать. Не могу спать! Лесной талисман. Бриар, ты совершил ошибку. Шах и мат. Бриар! Бриар! Брэмбл, ну что ты наделал, плохой медведь? Что ты тут делаешь? Ты же хотел отправить фишу. Я узнал кое-что важное. Лесной талисман? Мне Вик сказал, что заповеднику нужны туристы. Поэтому он придумал конкурс названия «Талисмана Пайнтри». Я решил попробовать. Брат, я попаду в телек. Телек? Бабу, пошли скорее к Виктору. Коротенький, подожди. Бежим. Видишь, Вик, я лучше всех делаю массаж. Талисман должен быть полезным. Талисман должен быть милым. Эй, Вик, правда я ужасно милый? Отвали! Виктор, не хочешь печеньку? Аппетитные. Ух ты, они даже в форме сердечка. Бери, не стесняйся. Можешь съесть сколько захочешь. Раз уж талисманом буду я. Нет, я. Я, им буду я. Приступайте. Ой! Тебе удобно? А вот так? Не сильно? Я помогу. Возьми еще печеньку, Виктор, на! Так, все, хватит! Я сыт! Все мое тело болит! Ужас! Ребята, это слишком... Погоди, он что, обгрызал печеньки? Вы все вон из моего дома! Пошли вон! О, Виктор, кто будет талисманом-то? Я буду талисманом! Довольно! Мы устроим выборы. Мое решение не обсуждается. Выборы? Приветствую вас на выборах талисмана Пайнтри! Поприветствуйте наших участников! Да, здорово! Я, Виктор, буду ведущим и главным судьей. Поприветствуйте и других наших судей, Стейси и Рока. Это честь для нас. И, конечно же, Элли. Я верю в вас! Ну что ж, не будем тянуть. Мы начинаем выборы талисмана! Талисман должен быть сильным. Восхищайтесь. Откуда он их взял? Раз, два, три. Да. Как я выступил? Красиво, да? Король Чеки! Король
Дальше конкурс талантов. Здорово! Я был звездой цирка, не забыли? Ха! Вот здорово! Все съел. Как быстро он все съел. Невероятно. Тики, твой черед. Мой талант точно уникален. Я превращусь в собаку. О, держи. Я принес ее тебе. Он такой милый. Это тебе. В этом нет необходимости. Спасибо, ты молодец. Последний конкурс — актерская игра. Последний шанс для участников. Участники встанут в круг и будут выполнять мои задания. Тот, кто выйдет из круга, будет дисквалифицирован. Поехали! Итак, вы идете по лесу, светит солнышко. Но вдруг пошел дождь. Вы открываете зонтик. Но он сломался. В поисках укрытия вы нашли пещеру. Вы залезли в эту пещеру. Все, Брэмбл, ты вылетаешь. А? Почему? Потому что из круга выходить нельзя. Вышел из круга, вылетел из игры. Дальше. Вы промокли насквозь и подхватили простуду. Вдруг оказалось, что в пещере вы не одни. Вы чихнули и разбудили спящего тигра. Он бросился на вас, и вам пришлось с ним бороться. Потом вы упали с обрыва, тигр оказался тигренком, потом он исчез, а вы упали на облако. Потом появился Рекс Вектор. Он попытался напасть на вас. Вектор отвлекся, и вы запрыгнули на его самолет. Надо признать, я безмерно рад тому, что я стал талисманом. Это такая честь, а? Мечта. О, что ты сказал? Нет, я. Друзья. Бриан, Тики, прекращайте. Талисман не может так безобразно себя вести. Новым домом стал для нас лес. Полон он прекрасных чудес. Но в сердцах у нас живет мечта подняться ввысь, мир повидать. Там за лесом мир лежит большой. Вот бы облететь весь шар земной. Сложно очень сделать первый шаг, расправить крылья, чтоб летать. Мир чудес открыт для нас. Летим туда скорее сейчас. В сердце мы его храним. Пусть будутся мечты смелее. Бой со мной, вперед смотри, и ты поймешь, нам по пути. Вперед летим скорей к мечте своей. К мечте своей. Прекратите ссориться. Талисман приносит радость. И это самое главное. Вам не кажется? Мы ведь одна большая лесная семья. Тики, прости меня. Кажется, меня немного занесло. Да ладно. Талисманом должен быть Бриар. А? Я знаю, что нужно сделать. Как мы сразу не сообразили. Вы двое будете идеальным талисманом. Класс, вы победили. Эйси и Рока, вы талисманы нашего Да, здорово!
спасибо, что выбрал такой крутой талисман заповедника. Ну, это было несложно. Попугай — это нечто. Как мило. Эти птички и их дружки скоро будут моими.